красноармеец Яков Павлов стал одним из героев Сталинграда. Будучи в звании сержанта, 27 сентября 1942 года получил поручение от командира лейтенанта Наумова провести разведку в четырехэтажном здании, которое располагалось в центре Сталинграда и имело важное значение для советских войск, как стратегический объект. Здание в истории Сталинградской битвы получило название «Дом Павлова». Яков боевыми товарищами смог выбить немцев и занять здание. Но вскоре фашисты подтянули дополнительные части и начали массивную атаку на дом. Яков Павлов с бойцами искусно маневрировал силами небольшого гарнизона и в течение 58 суток держал оборону с товарищами, блокируя немцам путь к Волге. За героизм и отвагу Павлов удостоен звания Героя Советского Союза.